что было на крыше, мы забрали. Прыгай, Бласко. У нас крошка Дзета. Ты у нас Дзета, Эбби. Да, это ты. Такой крохотный Грей. Крохотный Грей. Надо все изменить, Грейс. Вернуть американскому народу боевой дух. Начать революцию. Черт. Мы деремся каждый гребаный день, Бласковец. Но Белая Америка плюнула на все и сдалась. Я так думаю, они устали сражаться. Нет, теперь они делают все, что прикажет долбанный фюрер. Ерунда. Они хотят выгнать нацистов, как и мы с тобой. Нужно лишь подать им пример. Знаешь, кто стал главным на юге, когда пришли нацисты? Ку-клукс, мать его, клан. Я права? Точно. И что ты будешь делать? Пойдешь туда с ними ручкаться, наводить мосты с кланом, убеждать их сражаться за нас? Думай башкой, а не жопой, Бласковец. Плевать на предателей. Важен простой народ. У меня силы на исходе. Я не знаю, сколько мне еще жить. Я даже встать без помощи уже не могу. Бывает хуже. Может, ты и права. Может, американцы правда приспособились к тирании. И когда я откину копыта, власть так и останется у нацистов. Грейс всегда права, брат. Я это по себе знаю. Не знаю. Но знаю вот что. Кто хочет отнять у нас свободу, играет с огнем. И я хочу подлить в это пламя бензина. Люди должны понять, что хватит уже терпеть. И я очень хочу им в этом помочь. Пока еще жив. Вот теперь ты говоришь дело, Бласковец. Хочешь, чтобы нацисты обосрались? Ударить их так, чтобы все видели? Хочешь устроить настоящий кавардак? Тогда ты пришел по адресу. Если у тебя еще остались силы, чтобы мочить нацистов, знаешь что? У меня есть план, который всколыхнет всю страну. О, черт! Значит, что я вернусь домой в Розвуд? Стопудов! А на это что скажешь, Медрик? Вот теперь ты точно попался, мой маленький Гойлем. Эксос? Не знаю, Максели. Так-так, это здесь вы принимаете решение? Нам нужно место для ночевки. Здесь вроде пусто. Суперчудило! Эй, англичанин! Моим людям нужен новый дом с розетками, радиорубкой и тубзиком. Понял? Пожалуйста. Чего? Пожалуйста. Когда просят, говорят «пожалуйста», и нихера я не англичанин. Так, ты хочешь посраться, мудила, или делом займешься? Меня и так устроит. Ох, извини. Она меня не слушается. Рад помочь. Ну что, босс? Дрыхнуть будем тут. О, держи, сестренка. Итак, слушайте, братья и сестры. Этот обидчивый англичанин покажет вам, где будем работать. Потом пусть каждый найдет себе койку. Познакомьтесь с народом. Никого не обижать. Но и обид не прощать. Охереть. Слышали, леди? Все за мной. У вас есть ядерное оружие? Да, есть. Внизу, в отсеке F, находится склад ядерных боеголовок. Нам понадобится одна из них. Но мы опечатали вход в отсек F. После атаки его затопило. Ласковец, ты плавать умеешь? А
чё, неплохо. А что это за херня? Я спросил, что это за херня? Неужели это толчок? Работающий толчок, и его можно потрогать? Да, этот туалет справится с чем угодно. Да, моча, крупные массы, любой каприз. Если ты на туалет упал, то да. Нам, конечно, приходится экономить, но срать или осталось. Ты видела тактический дом, как... Мэ, ты свою хреновую стрельбу не оправдывай, Александр. Капитан? Грейс, прием. Иду ловить ядерную боеголовку. Ясно. Держи меня в курсе. Тепло и сыро внутри, от этого нестерпимый зуд. Как ты терпела его так спокойно? Он так плотно сидит, что я едва дышу. Но внутри, Кэролайн, ты оставила пустоту, которую мне не заполнить. Нужно вырубить пропеллер, вентилятор, без разницы. Твой костюм и наша борьба, они держат меня на ногах. И Аня, ее голос, красота, в них моя сила. Ласковец, хочу тебя предупредить. Если верить инженерной карте, склад ядерных боеголовок оборудован защитной системой. Я насчитала рядом с ним 3-4-5 саркофагов для анабиоза. Будь готов ко всему. Конец связи. Хрена не видно. Здесь явно нужен свет. Логично.
если ты меня слышишь. Я тут пришел к выводу, что бы ни случилось, она не узнает, что будет растить наших малюток одна. Это моя ноша, а не ее. Сделаю так. Буду держаться в стороне. Не подавать вида, Карлайн. Смерть сделала меня лгуном. Слышишь, я нашел боеголовку. Класс. Отнеси старику, как там его, Сету. Тихо, Шимшин, это не Цацка. Ты как? Дай-ка взглянуть. Ты бледноват. Скажи, тебя не тошнит, может быть, тебя знобит? Порядок. Отлично все. Точно все отлично? Ладно, я займусь этим, а ты иди спать. В гробу отосплюсь. Тогда будь добр, перед смертью загляни к Грейс. Она в штабе, в бывшей комнате Кэролайн.